Команда серпуховских пловцов во главе с тренером Мариной Калошиной уже более двух дней не может вылететь из Турции. Группа спортсменов из 5 человек полетела на соревнования в Анталию на финал Кубка мира по плаванию авиакомпании «Вим-Авиа». В день вылета 26 сентября пассажирам объявили о задержке рейса на неопределенный срок. Нам удалось связаться с Мариной Калошиной по телефону. И вот что она рассказала нам. Мы сейчас сидим в отеле и ждем сообщение от авиакомпании. Первые 7 человек из других команд уже выехали, а нам пока ничего не сообщают. Мы живем уже 2 дня в хорошем отеле, купаемся в море, тренируемся, у нас все хорошо. Только родители наших детей, конечно, беспокоятся и звонят каждый день, узнают, когда мы вернемся домой. Напомним, что в начале этой недели в «Вим-Авиа» официально сообщили о банкротстве и намерении прекратить выполнять чартерные рейсы. На руководство компании было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На данный момент до сих пор за рубежом остаются 1000 российских граждан, которые воспользовались услугами компании «Вим-Авиа».